Обманчивая тишина у центра социального обслуживания «Вера». Но стоит войти в эти двери, подняться на второй этаж, и мы оказываемся в уютном зале. Обычно здесь собираются их подопечные, но сегодня праздник у тех, чья профессия – помогать людям. Вклад ваш в помощь, его на самом деле трудно очень переоценить. Мы вас всех любим, мы вас всех ценим. И вас с праздником. Спасибо вам большое за вашу работу. Ленинский район имеет довольно большую территорию, на которой проживают тысячи человек. И не у всех есть силы и возможность позаботиться о себе самостоятельно. Инвалиды, пенсионеры, которые в силу жизненных обстоятельств остались одни, многодетные семьи, сироты. Все эти люди нуждаются в ежедневной помощи социального работника. У нас профессия непростая. Да, и эта профессия, наверное, образ жизни, чем вообще профессия. Поэтому здесь просто людей с улицы нет. Поэтому я думаю, что наши социальные работники все ходят на работу как на праздник. Потому что только от них зависит, да, благополучие наших жителей района, пожилых жителей района, инвалидов. В центре «Вера» праздники проводятся часто. Правда, социальные работники здесь всегда выступают организаторами и участниками. Для каждого из подопечных у них всегда найдется теплое слово одобрения и поддержки. Их работа – удивительная смесь. Каждый из них немного психолог, немного врач, и, конечно, все они прекрасные организаторы и абсолютно творческие люди. Повышается постоянно уровень социальных работников, потому что предъявляемые требования к профессии, они не дают на месте стоять. То есть поэтапно происходит и повышение заработной платы социальных работников, повышение происходит до среднего уровня заработной платы в целом по региону, по Московской области. Праздники и будни. Они всегда готовы прийти на помощь, похлопотать о льготах, оплатить счета за коммунальные услуги, записаться на прием к врачу. Эти простые для многих из нас действия превращаются в непосильную задачу, когда речь заходит о пенсионерах и инвалидах. Они стали членами семьи по одной простой причине, потому что многие получатели социальных услуг у нас уже на протяжении долгих лет стоят на обслуживании. Да, и социальные работники есть. 20 лет стажа, 15 лет. И за дня в день они с ними встречаются, поэтому все самые такие насущные свои проблемы, они только делятся с ними. День социального сотрудника является возможностью самих работников этой непростой сферы привлечь внимание власти к имеющимся проблемам. Впрочем, как обычно, о собственных неприятностях эти люди по привычке вспоминают в последнюю очередь. Для них помощь другим стала не просто работой, за которую платят деньги, а смыслом жизни. Максим Козлов, Данил Свидерский, Ольга Садовская. Видное ТВ.